Здравствуйте, все зрители, подписчики моего канала. Сегодня вы видите посылку с растениями, с орхидейками, которые я первый раз заказала у Татьяны Поляков из Германии. Иметь все орхидеи невозможно, поэтому остаются какие-то хотелки. И поэтому я была вынуждена обратиться к Татьяне, поскольку она специально искала мои заказы. Это растение орхидея из ее коллекции. К сожалению, буквально перед отправкой что-то стряслось с ней, и она вдруг стала вот такая. Поэтому Татьяна мне дала бесплатно вот эту орхидейку. У меня она была, но, к сожалению, буквально месяц назад пошла гниль по ризоме, и она сразу сгнила. Хотя был такой чудесный экземпляр, были такие крупные бульбы. Мне его очень жалко. Скорее всего, бы она в этом году зацвела. И мелочь, брошки так называемые, это вот растение. Их я в основном у всех видела на канале у Петра. Это и анопсис, который мне очень хотелось иметь. Это, к сожалению, гастрохилус пришел без этикетки. Но я все растения в порядке их показа, название их дам в описании. Вот и все на сегодня. Это вот такая вот небольшая посылочка с моими хотелками. Надеюсь, они будут жить и здравствовать. Сейчас они все очень хотят пить. Я пойду их попрызгаю с аминокислотами и витаминами. Всем спасибо за внимание. До свидания.